Беспрецедентный осенний градус. Сентябрь этого года стал самым теплым за всю историю наблюдений. Средняя температура 16,38, максимальная отметка плюс 29. Первый месяц люди провели буквально в майках и кедах. После 61 августа резко наступили холода. И хотя погода радует солнечными лучами, столбик термометра кричит – пора утепляться. Бархатный бордо, глубокий ультрамарин, благородный изумруд. В магазинах уже представлен широкий ассортимент верхней одежды. От классических пальто до стеганых курток. Среди актуальных моделей и утепленные рубашки, косухи. Стоимость обновок от 80 рублей. Хорошее качество, приемлемые цены. Всегда очень большой выбор, огромный. Любой цвет на осень, на зиму. Ну, я сама работаю на предприятии и покупаю всегда вещи здесь. Много очень новых моделей. Осень – время для экспериментов. Лучший помощник – аксессуары. Перчатки, платки, шарфы, косынки, панамы и шапки станут завершающим акцентом образа и согреют ветреную погоду. При выборе важно учитывать не только красоту изделия, но и состав тканей. Для мужчин у нас предоставлена фирма «Тирада» могилевская брендовая. Это будет пальто, куртки. Размерный ряд от 46 до 64. Наполнитель «Синтепон». Вверх ткани может быть добавлена шерсть. Эстетика old money, комфорт многослойности, экстравагантность анималистики. Современная мода дает огромный простор для самовыражения. В поиске стиля и вдохновения внимание стоит обратить на мировые подиумы, которые пестрят оригинальными идеями для самых смелых образов. Елизавета Липеева, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.